середины лета на полях, лугах, возле водоемов расцветает мелколепестник однолетний. По виду эта трава очень похожа на ромашку, а вот лепестки растения больше напоминают астру. Оказывается, эта трава еще в начале 19 столетия росла только на территории Северной Америки. Мы, коренные жители Украины, сегодня даже представить себе не можем, что мелколепестник однолетний – это чужеземная культура. Причем появлению растения у нас на Украине обрадовались далеко не все. Этот вид травы ведет себя слишком агрессивно. Растение очень быстро распространяется. А в сельском хозяйстве она приносит немало вреда, так как заглушает посевы культурных растений. Заселяя собой все новые и новые земли, мелколепестник не только засоряет поля, но еще и мутирует. То есть его новые поколения становятся выносливее наших растений. А это грозит тем, что трава станет хозяином полей, лугов, лесов, вытеснив остальные травы нашего региона. На самом деле, настоящая родина травы – это Северная Америка. Лишь в начале 19 столетия растение натурализовалось в Европе, в том числе и на Украине. Современный ареал однолетнего мелколепестника еще больше – вся средняя полоса Евразии и вся Азия. В настоящее время насчитывается более 400 видов мелколепестников, основная часть которых, около 200 видов, растет все-таки на территории Северной Америки. Некоторые из видов перешли в разряд декоративных культур. На основе однолетнего мелколепестника выведено много сортовых растений, имеющих разную форму листьев и окрас лепестков у цветков. Этому виду травы выбирать, где расти, не нужно. Растение прекрасно будет чувствовать себя на любых почвах и в любой местности. Как же узнать растение? Высота однолетнего мелколепестника от 10 до 100 сантиметров. Хотя его название говорит, что растение однолетнее, оно может быть и двухлетним. Главная отличительная особенность травы – его цветок. Он сложный, так как состоит из двух видов цветков – средних, трубчатых, желтых, обоеполых и боковых – тонких, женских, длинных, белых. Боковые цветки в 3, а то и в 4 раза длиннее средних. Величина цветка до 18 мм. Соцветие однолетнего мелколепестника – щитовидная рыхлая метелка. Листья у растения зеленые, опушенные. В зависимости от расположения на стебле их форма меняется. Прикорневые листики имеют эллиптическую или яйцевидную форму и длинные черешки. Края листовых пластинок крупнозубчатые. Перед цветением травы они отмирают. Листья, расположенные наверху стебля, похожи на средние, но черешки у них немного короче. Верхние и средние листья на стебле располагаются поочередно. Стебель травы прямостоячий, ветвящийся сверху. И стебель, и листья у растения имеют опушение. Корневая система мелколепестника мочковатая. Плод растения – семянка с волосками, хохолком, размещенными в 2 ряда. Длина семянки до 1,5 см. Цветет мелколепестник однолетний с июля по октябрь, а созревание семян происходит до начала ноября. В качестве лекарственной культуры траву начали выращивать еще в 18 веке. Целебной силой обладает лишь зеленая часть растения, сорванная во время цветения. В те годы траву применяли как мощное закрепляющее средство при проносе или как кровоостанавливающее снадобье. Из растения делали либо отвар, либо настойку для внутреннего или внешнего применения. Современная фармацевтика также стала интересоваться растением, но в продаже пока есть лишь настойка из мелколепестника канадского – Oregon canadensis.
У этих растений практически одинаковый химический состав, поэтому и однолетний мелколепестник вполне подходит для приготовления аналогичного снадобья в домашних условиях. Его можно применять при почечных или маточных кровотечениях. А как наружное средство настойку мелколепестника используют при ревматизме или подагре. Поможет отвар или настойка травы и волосам, укрепляя и стимулируя их рост. Снадобья из растения настолько безопасны и не вызывают привыкания, что их можно применять даже детям или беременным женщинам. Хотя однолетний мелколепестник и считается злостным растением сорняковым, его можно выращивать в цветниках. Ведь мелколепестник – это красивые, неприхотливые, везде растущие растения. Особенно выигрышно трава смотрится в смешанных цветочных клумбах или в композициях альпийских горок. Несмотря на красоту и полезность диких заносных растений, следует внимательно следить за быстротой их распространения. Зачастую эти виды становятся слишком агрессивными к нашим коренным растениям, поэтому могут их сначала вытеснить, а потом и полностью уничтожить.